Днем артиллерии западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области. Кроме того, в районе... Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus. Rekaman itu diunggah di akun Telegram resmi @moderasia pada Senin 5 Juni 2023. Diketahui Angkatan Bersenjata Federasi Rusia meluncurkan serangan kelompok dengan senjata peluncuran udara presisi tinggi jarak jauh terhadap target musuh di lapangan terbang militer. Target serangan telah tercapai. Pos komando, pos radar, peralatan penerbangan Ukraina, serta fasilitas penyimpanan dengan senjata dan amunisi musuh telah dihantam. Diara Kupiak, serangan udara dan tembakan artileri dari kelompok pasukan barat mengalahkan tenaga dan perlengkapan musuh di area pemukiman Novomilsk, Sinkovka, Olsana, dan Timkovka di wilayah Kharkov. Selain itu, di wilayah pemukiman Berestovoye di wilayah Kharkiv, Rozovka, Novoselovskoye di Republik Rakyat Luhansk, dan Liman di Republik Rakyat Donetsk, kegiatan empat kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihentikan. Hingga 70 prajurit Ukraina, 3 mobil, 2 truk pick-up, serta howitzer D-20 dihancurkan di arah ini dalam sehari. Невская и Червоная Деброва, Луганская Народная Республика, а также Серебрянского лесничества. В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Маринском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса южной группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка. В ходе боев за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, боевая машина РСЗО «Град», 2 артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Червоная, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубица М100Б, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Оперативно-тактическая и армейская авиация ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражены 96 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах. В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов. В районах населенных пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Кроме того, поражены пункты управления украинских войск в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики и города Сумы. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 2 крылатые ракеты Storm Shadow, 2 тактические ракеты .U и 14 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймерс» и «Ураган». Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Врубовка, Лазовский, Кременная Луганской Народной Республики, Орлинская, Малый Кременчик, Володина Донецкой Народной Республики, Жовтневая Харьковской области, Новая Каховка, Любимовка, Андреевка Херсонской области, Работино Запорожской области,
а также на акватории Черного моря. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 432 самолета, 236 вертолетов, 4473 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9382 танка и других боевых бронированных машин, 1112 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4996 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10656 единиц специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.